друзья! Здравствуйте, уважаемые зрители и телезрители! Сегодня нам предстоит радостная, и я в этом не сомневаюсь, яркая встреча с замечательным артистом. Его имя известно всем, кто любит романс. Катюша, я скажу больше. Это имя произносят в числе метров романсового исполнительства. Ну что ж, пора назвать имя артиста и пригласить его на сцену. Сегодня у нас в гостях... Погодите, Женя. Почему же в гостях? Ведь для этого певца романтика романса «Дом родной». И не только потому, что он часто выступает у нас. Мы всегда помним, что этот артист был ведущим нашей программы. Да уж, Катюша, самое главное, это я и забыл. Тогда мне ничего не остается, как пригласить его к себе домой, на нашу сцену. Дорогие друзья, встречайте, народный артист России Олег Погудин. Здравствуйте, Олег. Спасибо вам, что вы нас не забываете. Существует такое выражение «Его Величество романс». Олег, на ваш вкус оно не слишком пафосно? Наш любимый, дивный, красивый, изящный, в общем-то, достаточно скромный и в то же время прекрасный жанр под названием романс, он действительно обрел в полной степени слово величие, как одно из своих качеств. Поэтому его величество романс не в смысле, что корона на него надета, а в смысле того, что это великое достояние нашей культуры отечественной, да, это вполне принимают. Тогда ответьте нам, пожалуйста, что же за магнит заключен в романсе? Что в нем такого, что побудило вас посвятить романсу всю свою жизнь, творческую жизнь, по крайней мере? Притягательность в романсе, конечно, огромная. Собственно говоря, это то, что отличает этот жанр. И притягательность, так сказать, двусторонняя, двух разных даже направлений. Это притягательность чисто физическая, прекрасные мелодии, трогательные стихи, которые заставляют трепетать сердце, не сильно нагружая при этом нашу голову, но они при этом красивые. И вторая притягательность, как раз более, может быть, важная. Романс ведь фактически без исключения – это песня о любви. Назовите хоть одного человека, которого бы хоть когда-нибудь не тянуло к другому человеку. И вот этот магнит, он сильнее всех остальных, а романс, собственно говоря, про него. После таких красивых слов и такого ответа может и обязан звучать сегодня только романс. Может быть, Олег, начнем с какого-нибудь знакового, самого-самого? Я с огромным удовольствием спою не самый веселый, но самый, на мой взгляд, прекрасный и самый значительный русский романс, в котором, собственно говоря, сплелись и все мелодии, и все мысли, и все чувства, которые характерны для русского человека и для этого жанра русского романса. Вечно незакатная в душе тоскующей моей. Ты будешь вечно незакатная.
непонятная в душе тоскующей моей. Твоих небесной силою вся жизнь моя озарена. Умру ли я, ты над могилою гори сияй, моя звезда. Олег, всем известно, какое место в вашем творчестве занимают песни Булата Акуджавы. Для нескольких поколений российской интеллигенции его голос был нравственным камертоном. Когда и как вы решились обратиться к его песням и почему? И кто способен расслышать их сегодня? Ведь время идет, ценности жизненные меняются, люди меняются. Или это не так? Люди, конечно, меняются, но если судить, допустим, по вам, по публике, которая приходит в этот зал, по публике, которая эту программу любит, слушает, ждет, мы не меняемся в главном. У нас меняются лица, безусловно, у нас меняется осанка, у нас меняется походка. Это я, собственно говоря, уже цитирую Булата Акуджаву в одной из его прекрасных песен «Арбатский романс». Есть такие слова еще: «Моя походка мне не была смешна, еще подметки не пооторвались». Знаете, когда я начинаю говорить об Акуджаве, я волей-неволей цитирую его слова, потому что не лучше, чем все, что я о нем скажу. «За каждым поворотом, где музыка слышна, какие мне удачи открывались». Вот это не проходит. Мы слышим музыку, а Акуджава, он великий поэт, но в то же время он великий мелодист. Все его мелодии рождены огромным любящим сердцем и прекрасным слухом. И в этом смысле его песни, конечно, никогда не перестанут не только нравиться, но и восхищать, но и воспитывать новые и новые поколения людей, для которых русский язык будет родным. Что касается, пытаюсь же не ответить теперь на ваш вопрос, с песнями Акуджавы я встретился еще ребенком. Родители, которые учились в МБТУ имени Баумана здесь, в Москве, они жили на этих песнях просто. Поэтому я пел те песни, которые пою сейчас, страшно сказать, 45 лет назад уже. Вот. Но исполнять на сцене песни Булата Шаловича я стал только, когда он уже ушел из жизни, когда он сам не мог озвучить то, что он написал, а он делал это гениально. Так, как, в общем, ни один исполнитель, конечно, сделать не сможет, даже самый превосходный. Ну что ж, мы ждем в вашем исполнении песни Булата Акуджавы. Когда внезапно возникает еще неяркий говор труб, слова, как ястребы ночные, срываются с горячих губ. Мелодия, как дождь случайный, звенит и бродит между людьми. Надежда маленький оркестрик под управлением любви
надежды маленький оркестрик под управлением любви. В года разлук, в года смятений, когда свинцовые дожди лупили так по нашим спинам, что снисхождения не жди. А командиры все хрипли, тогда командовал людьми надежды маленький оркестрик под управлением любви. Кларнет пробит, труба помята, фагот, как старый посох, стерт. На барабане швы разлезлись, но кларнетист красив, как черт. Флетист, как юный князь, сидящен и в вечном сговоре с людьми, надежда маленький оркестрик под управлением любви. Надежда маленький оркестрик под управлением любви. И в вечном сговоре с людьми надежды маленький оркестрик под управлением любви. Надежды маленький оркестрик под управлением любви. Ночных огней без всякого небесного знамения. Пальтишко было легкое на ней, все позабыв и радости, и муки. Он двери распахнул в свое жилье и целовал обветренные руки. И старенькие туфельки ее. Тени их качались на пороге, безмолвный разговор они вели. Красивые и мудрые, как боги, и грустные.
красивая и мудрая, как боги. Они грустные, как жители земли. Олег, вспоминая ваши концерты, у меня создалось впечатление, что вы весьма неравнодушны к мелодиям, наполненным танцевальными ритмами. Или я ошибаюсь? Покажите мне хотя бы одного человека, равнодушного к мелодиям с танцевальными ритмами. Наверное, вы не можете не согласиться с тем, что есть такое понятие «русский вальс». Хотя всем известно, что этот танец пришел из Австрии, его родина Вена. А еще есть такое понятие, как русское танго, хотя родина танго Аргентина. Вы согласны с этим? Самые великие и самые любимые жанры, они, конечно, приживаются в самых разных странах. И вот тут нельзя сказать, допустим, что танго Оскара Строка уступают танго Гарделя или Пиццолы по художественному уровню. Но они разные. Как темперамент. Темпераменты различаются. Русская танго, как и русский вальс, наполнены настоящим лиризмом. Если мы плачем, то мы плачем по-настоящему. Если мы смеемся от души. Если мы любим, не оглядываясь на какие-то, может быть, даже вещи, на которые стоило бы оглянуться. Вот, но тем не менее, это наша душа, это наш темперамент. Итак, мы сейчас услышим танго Оскара Строка в исполнении народного артиста России Олега Погудина. Я видел вас случайно, об этом знали вы едва ли. Следил все время я за вами тайно, глаза туманила печаль. Нахлынули воспоминания, воскресли чары прежних дней, и пламя прежнего желания зажглось опять в груди моей. Скажите, почему нас с вами разлучили, зачем навек ушли вы от меня? Ведь знаю я, что вы меня любили, но ушли. Скажите, почему? Знаю, тяжко вам больно, такой любимой, родной. И сердце мое верит, что невольно вы все ж по-прежнему со мной. Пускай сомнения и страдания теперь терзают грудь мою, но за дни воспоминания я вас по-прежнему люблю. Скажите, почему нас с вами разлучили? Зачем навек ушли вы от меня?
ведь знаю я, что вы меня любили, но вы ушли, скажите, почему? Любой романс, любая песня — это ведь не только часть культуры, но и часть истории. В вашем репертуаре есть песни, которые были написаны во время Великой Отечественной войны. Как часто вы их исполняете? Как их принимает публика? Какой отклик они в вашем сердце находят? Эти песни мы очень любим. Но надо отметить такую вещь. Мы исполняем те песни, которые при определенных обстоятельствах можно назвать романсами. Это все песни о любви, но родившиеся в жестоких, трагических обстоятельствах войны, в те самые годы, про которые один человек сказал, когда говорят «пушки, музы молчат», но это было несколько раньше, а другая чудесная женщина-поэт сказала: «а музы не молчали». Не молчит никогда человеческое сердце. Эти песни мы включаем и в другие концертные программы, которые мы посвящаем 20-му столетию. Это нетрудно. Как вы считаете, эти песни, песни военных лет, будут звучать в будущем? Ведь поколение ветеранов уходит, уходят свидетели того времени, их становится все меньше и меньше. Останутся ли эти песни и будут ли они востребованы дальше в поколениях? Хорошие по-настоящему песни останутся, и в общем употреблении их будут исполнять и дома под гитару. Уверен, «Темная ночь» вообще никогда не уйдет из репертуара русских певцов и просто из нашего быта. Конечно, эти тексты, эти мелодии, эти события мы будем художественно вспоминать, наблюдать, плакать над ними, радоваться им, я думаю, всегда, сколько будет существовать русский народ. Незнакомая ваша рука, осень тревог, спит городок. Я услышал мелодию вальса и сюда заглянул на часок. Пусть я с вами совсем не знаком, и далек отсюда мой дом. Я как будто бы снова возле дома родного. В этом зале пустом мы танцуем вдвоем, так скажите хоть слово. Сам не знаю о чем. Будем дружить, вальсе кружить, я совсем танцевать разучился, и прошу вас меня извинить. Утро зовет снова в поход, покидая ваш маленький город, я пройду мимо ваших ворот. Пусть я с вами почти не знаком, и далек отсюда мой дом. Я как будто бы снова возле дома родного, в этом зале пустом мы танцуем вдвоем. Так скажите хоть слово, сам не знаю.
Спасибо. Звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь. И у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться сейчас губами. Темная ночь разделяет любимая нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, дорогую подругу мою. Эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней не раз мы встречались в степи. Теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь и у детской кроватки не спишь. И поэтому знаю, со мной ничего не случится. Кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится. Артист Олег Погодин поет на пяти, нет, даже кажется на шести, если я не ошибаюсь, может быть, на семи. Побольше, добавляй. Языках. Пою, да, где-то на пяти-шести, но в принципе на пятнадцати. Тогда ответьте, пожалуйста, на вопрос, а какой из этих языков вы считаете более музыкальным?
наиболее используемый для песен сейчас язык английский, но при том, что я его достаточно хорошо знаю и свободно на нем общаюсь, я не считаю его именно певческим языком. Самый все-таки, конечно, язык певческий — итальянский. Безусловно, пение на итальянском языке грамотное, оно даже лечит голос. Из тех языков, которым я отдаю предпочтение по пению, чисто физически сейчас, я не про искусство, это, конечно, итальянский, русский, безусловно. Он, на самом деле, очень удобный для пения язык. И, возможно, французский, который язык для пения неудобный. Но выразительность французского языка и красота его, настолько обаяние его, настолько мощное, что, в общем, петь на нем приятно. Хотя непросто. А на каком языке сейчас прозвучит произведение в вашем исполнении? Так а вы можете попросить, Катя, я исполню на любом, как вы попросите. Ну, в рамках тех 15, конечно. На французском. Спасибо. Avec plaisir. Merci bien. Merci. Le ciel de Paris s'envole des chansons. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois pour un drame, oui, mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Le ciel de Paris coulant fleuve et joyeux, il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris les oiseaux de Vendée viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand elle est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel. Спасибо. Que te pregunto que cuando, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás,
que fez. Y así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Así pasan los días y yo desesperando y tú, tú contestando, quizás, 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 quizás. Олег, давайте перейдем снова на русский язык. Дело в том, что у нас с Катюшей есть к вам небольшая просьба. Знаете, Олег, есть такая песня. Она появилась на свет довольно давно. И сразу все эту песню очень полюбили, потому что от нее веет каким-то теплом. И название у нее такое замечательное. Одно из самых-самых нежных русских слов. «Надежда». Катюш, ваша интонация настолько надежда, исполнена теплом, песня, что так хочется вас слушать. Которую мы все любим, знаем. Нет, мы... это правда, правда, правда. Попробуйте не согласиться со мной. Попробуйте вы не согласиться, Олег, и не спеть я эту согласен. Песню. Я не просто обещаю вам, что спою эту песню, а сделаю это с огромным наслаждением. Для вас поет народный артист России Олег Погудин. Незнакомая звезда, снова мы оторваны от дома, снова между нами города, взлетные огни аэродромов. Здесь у нас туманы и дожди, здесь у нас холодный рассвет, и здесь на ней звездам нам пути ждут замысловатые сюжеты. Надежда — мой компас земной, а удача — награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только о доме в небе пелось.
Ты поверишь, что здесь издалека многое теряется из виду. Тают грозовые облака, кажутся нелепыми обиды. Надо только выучиться ждать. Надо быть спокойным, упрямым, чтоб порой от жизни получать радости скупые телеграммы. Надежда — мой компас земной, а удача — награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только о доме в небе. Забыть по-прежнему нельзя все, что мы когда-то не допели. Милые усталые глаза, синие московские метели. Снова между нами города. Жизнь нас разлучает, как и прежде. В небе незнакомая звезда светит, словно памятник надежде. Надежда — мой компас земной, а песни довольно одной, чтоб только о доме в небе. Дорогой Олег, если вы позволите, я сейчас воспользуюсь своим служебным положением и скажу вам много теплых слов. Вы уникальный, талантливый артист, который на эстраде, на сцене уже достаточное количество лет. Вы приобрели свою публику, вы приобрели какую-то невероятную свою манеру исполнения, манеру поведения на сцене. Вы очень талантливый, яркий артист, и публика в этом зале тому доказательство. Программа «Романтика романса» вас очень любит и ценит. Спасибо, Женя. Спасибо огромное. Мы готовы слушать вас вечность, но, к сожалению, у нас осталось времени всего на одну песню. Или на один романс. Пожалуйста, выберите что-нибудь и исполните для нас. Мы заинтригованы. Что же это будет? Но это, строго говоря, и песня, и романс. Песня, потому что все-таки это близкое по времени к нам произведение. Оно написано совсем не так давно, хотя, кажется, уже и целая вечность прошла, но я-то помню еще то время, когда она только появилась и поразила меня в самое сердце своей невероятной красотой. Так вот, это песня, потому что это написано не очень давно, но это романс абсолютно точно по своему духу, не только настроению, не только душевным каким-то качеством, эмоциональным, но и по духу. Это песня песней, если позволите. Начинали мы с романса романсов «Гори, гори, моя звезда», и закончим мы, с вашего позволения, песней. Песен, по крайней мере, в нашей эстрадной отечественной жизни, «Любовь и разлука». Для вас поет народный артист России Олег Погудин. Thank you.
наряд подвенечный, и хор в нашу честь не споет. А время торопит возница беспечный и просится конь в полет. И просится конь в полет. Только бы тройка не сбилась с круга, губенчик не смог под дугой. Две верных подруги, любовь и разлука, не ходят одна без другой. Две верных подруги, любовь и разлука, ходят одна без другой. Мы сами раскрыли ворота, мы сами счастливую тройку впрягли. И вот уже что-то сияет пред нами, но что погасла вдали, но что-то погасла вдали. Святая наука расслышать друг друга сквозь ветер во все времена. Две странницы вечных, любовь и разлука, поделятся с нами сполна. Чем дольше живем мы, тем голубей порхочет, тем слаще друзей голоса. Ах, только бы не смог под дугой колокольчик глазок, глядели в глаза, глаза бы глядели в глаза. То берег, то море, то солнце, то вьюга, то ласточки, то воронье. Вечный дорог, любовь и разлука проходят сквозь сердце мое. Две вечных дороги, любовь и разлука проходят сквозь сердце мое. Сказать до свидания, до новых встреч в программе «Романтика романса».